В ноябрьске финишировали соревнования по мини-футболу за счет городской спартакиады трудящихся. В финале группы «Б» первая лига сошлись дружины «Сумуо» и «Газпром Трансгаз Сургута». Игра получилась напряженной. «Сумуо» уверенно контролировал ход матча и вел 4-1. Но затем в течение 5 минут упустил нити игры и позволил соперникам счет сравнять – 4-4. Однако потом дружина «Газпром Охраны» собралась и сумела оформить свое чемпионское звание еще в основное время – 6-4. Счет 4-1 был, то есть, ну, фактически игра должна была быть сделана. Каким-то непостижимым. Пропустили 3 гола, счет сравнялся. Ну, я думаю, за счет опыта, наверное, где-то игроки у нас чуть поопытнее проиграли в чемпионатах России по первой лиге. Поэтому, видимо, ну, сказался опыт игроков, и забили 2 гола, и, я думаю, заслуженно выиграли. Затем наступило время главного матча спартакиады. Финал в группе А. Высшая лига вот уже более 10 лет проходит под громкой афишей. «Газпром-нефть», «Газпром-добыча Ноябрьск». С первых же минут нефтяники, неизменные победители спартакиад последних лет, прибрали инициативу к своим рукам и, методично атакуя, довели счет до 3-1. Однако затем игра буквально перевернулась. Газовики сумели переломить ход матча и не только сравняли счет, но и вышли вперед – 4-3. «Газпром-нефть» меняет вратаря на 5-го полевого игрока, пытается спасти матч, но острая контратака «Газпром-добыча Ноябрьск» ставит крест на их планах – 5-3. И спустя много лет возвращает себе золото городской спартакиады. Команда хорошо играла, забила свои моменты. Мы не забили. Футбол – все нормально. Поэтому, не знаю, это игра. Все нормально. Сильный соперник, равная игра, интересно. Зрителям понравилось. Кто-то должен был победить. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский, Григорий Куроптев. Новости нашего города.